походу бульдозеры. Ну да. Все были видосы, блядь, рейдерами, блядь. Тут же быдло появилось, которое обрисовало, блядь, забор. Дима лох. Это пара писали. Походу, да. Боже, какой пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой, мне даже на него страшно смотреть. GoPro не покажет ничего. Ну да, просто. Это не камера, а кусок говна. Стол, цветы, цвели. Жимолость. А? Ведра остались. Тут кот любил спать. Вторая жимолость. Взрывной волной. А вторую, наверное, выкопали уже. Какие-то коляски. Чья-то куртка. Кастрюли. Это мой дом. Даже страшно заходить. Самое стрёмное, что в подвал мы походу не попадем, потому что мы где-то вот здесь вылазили с подвала. Когда нас... Не, ты что, не. Мы отсюда вылазили из подвала. Там мама где-то вот тут стояла на коленях. Рыдала от этого всего пережитого. И вот оборачиваемся. И вот так дома нету. Где-то вон там. Где-то там подвал. Вход в подвал. Был. Там такое окно, а вон оно даже видно чуть-чуть. Окно вот такое, мы там его выбивали руками, ногами. Вот, и вот тут мы вылазили и шли. Вон туда вот так змейкой. И на библиотеку. Чашечки. Чайнички валяются. Кресло чье-то. Это обувь. Чья-то куртка. Игрушки, как ты говорил. Елочные. Да, игрушки елочные сохранились. Детские книжечки. Ну, соседний дом. Пойдем дом обойдем и зайдем ко мне. Пойдем. Что-то я как-то не спешу, пока не в дом заходить. А вот ну, стремновато. Ну можно, без проблем. Ну как бы можно, но а ну посети в темноту. А он не пробьет. Не пробьет. Не, что-то пробивает. Тут ж не сплошная стена, не? Хуёзно. Не, проход есть. Проход есть? Да, вон как раз, двери. Ёб твою. А то машина вяло. Да нет, чувак, там взрыв был только что. Вот как раз вот тут пройти можно туда. Если есть желание. Давай чуть попозже. Сейчас как-то мне... Да, нет, это...
Не это и не то. Вентилятор моих соседей. Одежда моих соседей. Ну, тут тоже, наверное, можно здесь перейти. Да, твари. Люстра чья-то, смотри, висит. Самое забавное, мне говорили, что лампочка целая у меня дома висит. И карниз мой висит, который я прибил нормально. А самый прикол, что вот подсолнух вырос. О-о-о! Блядь. Груман. Люстра упала. Не люстра, а дом обсыпается. Груман вырос, блядь. Детская площадка, я тут в детстве игрался. Мой дом. Я тут департамент тоже квартиру снимал. Да я помню. Там на самом деле под окном лежит танковый снаряд. Не ходи туда так. Ты чуешь? Мегабанк. Здесь когда-то стояла телефонная такой будка. Звонить можно было. Кресло, наверное, отсюда. Самое забавное, откуда это бревно. Я вот тут быть не могу. Там уже народ. А, стоп, тут же, по-моему, локобало как-то абрикосово. Ну, туда деревьев было. Да. До прихода освободителей. Ёбаная русская, блядь. Это что, люк или что-то? А танк или что-то? А, что там? Где? А, люк, походу, да? Это люк аналитикон. Ага. Газовая труба разорвана. Моя школа первая. Вон тот мост. Ну там в подвале сидели, там щелочки были. Смотрели на мост, как мост бомбили. Фух. Ну, стиралка чья-то. Да? Да. Я тут на велосипеде ездил. С рыбалки на рыбалку. О, мой старый дом разрушен. Я тут жил. До 2000 года. А вот моя шелковица, которую я, наверное, лет в 5 посадил. Соседний дом. Убили твари людей, убили дома, все мечты. Ужас. Я вон дом сгружу. Да. На самом деле я не знаю, застали мы это или не застали. Тетя Оля высаживала какие-то растения.
синяя по закату. Да, такого никогда не было. Фух, слава богу, что вышку не видно вторую. Да. В тумане. Да, страшно. Страшно. Вот, кстати, подвал, в котором мы прятались. Аккуратней вытаскивай, что под низом. А то ручка от этого двери. Без разницы. Вон он тот подвал. Наш подвал, в котором мы были, в котором мы прятались. Через вот такую маленькую дверь. И все туда забегали. Через вот такую маленькую. И надпись. Тут люди. Это мы писали. Но русне похуй. С моей крыши. Вот этой сверху. Вон моя стиралка. Хотя камера, наверное, не увидит. Вот здесь до полного пиздеца стоял Витя, сосед мой, и сказал в шутку, что засниму-ка я свой дом, пока он цел. Я еще тогда улыбнулся. То все ж нормально будет. Капает в доме. Ого, почти дверь ровная, нифига себе. Я думал, ее вырвало. Я ее плечом выбивал. Не помню во сколько. Фух. Можжевельник, да? Можжевельника нету. Он под вот этим всем. Ну, цветы росли. И, наверное, бражник прилетал летом этим. Так лучше, наверное, не заходить, то что там. Хотя хрен его знает. Давай попробуем. Только двери резко не открывай, пожалуйста. Жесть. Болт. С какой-то штучкой. Смотри под ноги, аккуратно. На пол. Чайник, походу, мой. Это я не помню, что это даже не мое. О, мамины рисунки. Мамины рисунки. Нормально положили мне. О, подушки наши. Фух. Свети или не свети. Тут кот у меня спал. Мой кот. Все остальное. Свет. Тут картошка была. Картошка, икона лежит, вот так вот, какие-то бумаги, хакерского наследования, Шиваку, что-то такое, какие-то прям документы. Положим. Отложим, что оно такое. Все протекает. О, ужас. Ага. То есть кто-то, походу,
Есть? Господи. Иконы. Какие-то записи. Музыкальные штуки. Сейчас я это все посмотрю попозже. Ходить страшно. Унитаз. Наверное, это единственный унитаз в Изюме, который не слизит. Господи. Интересно, вода есть, нету? Отключили. Хочу и страшно. Метеоры целые. Господи, мои метеоры! О, я это зайцу покажу. Ты что? Выбрасывай их туда, на этот, чтобы забрать их потом. Боже мой. Это под от велика, два крепления, два упруг. Защита от дрона! Грузик, забери грузик. Ты что, рыбак пригодится. Какой грузик? Какой грузик бывает? Господи. А это что такое? Что это такое? А, это документация по фотофильтрам. Этот тоже уже спиздили. Они же даже когда пиздили, не знали, наверное, что это такое. А, вот и что это. Что? Это на руку, это такое попсовое. Вот это. Трусы, блядь. Надо трусы. Вот еще. Тебе смешно? Ну, а хули уже. А это что было? Хули уже плакать. О, это мой фонарик крутой. Был. Нет, он еще есть. Он в подвале лежит. Тут если полазить, то можно еще много всего интересного. О, да, поверь. Винда 7-я, он рабочая версия. Боже, это моя топовая куртка. А, нет, не топовая, это ВСУ. Что тут делают? Интересно. Вот эти. Тихо, аккуратно. Ты что ж там? И не открывай вот эту штуку. Диван? Да. Нет, то, что я, может быть что-то. Я отсюда вижу, что ничего. Мне вот это непонятно. Какого образа, ну в смысле, какого хрена? Фух, здесь лежит. Тут какая-то баррикада была, и тут защищались, я не пойму. Что это было? Двери. Это двери от вообще от моей комнаты. Видишь, куда стали? Под столом бутылка какие-то лежит, а что не допили. Тебя допили, не знаю. Это я допил, я ее оставил на потом. А, ну, время пришло. О, моя карта лежит. О, 5 копеек. Это ж мои 5 копеек. Я их заберу. Документы. Ксерокопия. Дружище. Его уже нету. Карта. Она уже не нужна. Вот еще мелочь лежит. А? Мелочь? Ты слушай. Сейчас мы новую хату у меня собираем. Фу, господи. Какой ужас и мрак. Пиздец. Да. Какая-то книжка. Что за книжка? Джеквери для начинающих. Я знаю, чья это книга, господи. Артём. Артём, да? Прости, она чуть-чуть поломалась. Прости. Джеквери уже не актуален, надо учить чистый джаз. Пакет, обои мои. Хочешь поржать? Ну. Однажды у меня был крутой, красивый, полосатый кот. И он однажды, вот тут у меня висела полка книжная. Он попытался прыгнуть в окно, зацепился тюлью. Сорвал карниз, и полка упала на меня, откинула кровать когда-то. Я ставлю стулку, лезу ставить обратно карниз, и ломается стулка. День был насыщенный, но... Карниз ты поставил так, что... Карниз я поставил так, что должны все завидовать, походу. Карниз остался цел. Да. Ужас. Ужас. Кирпичики добротные пооставались. Ну конечно, можешь потом забрать их. Фух, это антенна с телефона, походу. А вот еще какие-то документы. Ксерокопии моего паспорта.
посмотрим. Пойдем. Ой, господи, какие твари. А там вода есть? Где? В бутылках, в банках. Ну, в канистре, да, есть. Так вот, эта вода стоит с 24-го. Я утром в 5 утра это все наливал. Какая ванна? У меня ванны не было. Она называется душ, Игорь. Знакомься. Я не знаю, тебе. Давай, жопу подвинь. Сейчас тоже хочу. Да. Мочалка. Ковер. То есть какое-то быдло спрятало ковер. На потом, что ли? Две мочалки даже. Какой барабан? Какой барабан? Ты, наверное, это, не крути там, не понимаю. Думай наперед, что тут может быть. Слышишь? Говорю, думай наперед. Ну, естественно, никто да. Никто не будет прыгать. Да. Барабан. Да. Что, заберешь? Я посмотрел, может быть барабан. Ну пробуй. Туда даже платформ положили почему-то. Только не трогай его. Наверное, если бы он упал бы, его разбился. Не обязательно. Обязательно. Да. Свина собаки. Трусы. Еще. Ты помнишь его? Игорь, блин, не шатай просто так. А что ты слышишь? Ну хочешь пошатай, я пойду выйду. Нету? Хуё, я думал. Там может сегодня включат. Думаю. Думаю, да, Игорюша. А вот идут, а нет. Какая-то бутылочка. Лежит. Обои отклеились. Аж грустно. Ниже я сюда идти не рекомендую. Потому что эта вся хуйня может в любой момент обвалиться. Я даже не пойму. Эта стена выгнулась нахуй полностью. Я вижу. Держится. Тут половина. И потолок, блядь, провисший надо мной. Я вижу, к сожалению. К сожалению, я вижу. Какой-то фотоальбом. Пригодится. Отложи. Большой уголь Междуречья, 40 лет. Да. Долбаная Сибирь. Подушечки мои. Да, страшный потолок. Очень страшный. А там искать. Зато игрушек на Новый год. Есть? Полным-полно. Целые? Конечно. Не раздави, смотри. Сколько... Видишь? Не раздави, смотри. Мамины штаны. Еще какие-то книжки. Шекспир. Нет. Что там? Вообще
Желтая? Да, целая. Ты видишь, я даже с детства уже водить умел. Колесики крутят. А ты до сих пор не умел. Так оно у тебя еще и поездное, понял? Это вообще. Смотри. Я знаю, она вообще бимба. Просто бимба. Ты мне игрушку сейчас поломал, что ли? Не, я наступил на ту, которая уже была пизда. Ах ты, сука. Не жалко. Не трогай. Фух, господи. Интересно. Когда Стадик сюда приходил, тут лежали вот здесь корзинка красная с тарелками новогодними. Лежала одеялко мое, простынёчечки. Потолок очень страшный. Но даже страшно лазить. Вот, кстати, стол. Вот он стол. Вот он. Вот он. Под ним лежал крутейший ноутбук и моя камера. Вот. И шакал ее спиздили. Степлер лежит. Письма какие-то. Что-то есть интересное там? Лажу, смотри, лаж аккуратней. Лази, вернее. Я думаю, если полазить, типа нормально поразбирать, то можно что-то найти. Да, можно что-то найти. Холодильник он разорванный. Волной, взрывной. Так вот, вот тут мы с 8 на 9 с мамой в коридоре лежали. А вон окно кухни. И из-за моста бил танк. Бил танк и разбил весь дом. Кружечки мои. Тарелочки. Что-то по рисованию. Опять какие-то штуки. Рыболовные журналы. Опять рыболовные журналы. Я был рыбаком когда-то. Грань веков. Что? Книжка называется «Грань веков». Это что, я не помню. Не знаю. Какая-то книга. Машинка моя. Юрий что-то писал. Книжка, ой, книжка, блядь, игрушка моя. Моя игрушка. Если найдешь книжку с меня, ой, фу, книжку, флешку, с меня будут громаднейшие говорить. Флешку не поставку, то телефон, да. Да нашел она. Взорванный холодильник. Класс. Какие-то документы нашел. В общем, вот какие. Справка выдана Черпак Дмитрию Павловичу, 19 лет, в том, что это на стационарном лечении. Целая папка с дисками, со всей хуйней. Ну, отложи ее в сторонку, чтобы, ну, или сюда. Вот это была моя кухня. Это была моя кухня. Вот тут была стена. Вон там мамина комната, коридор. Мы вот здесь были. Это все было в марте. С 8 на 9 марта 2022 года. Ночь. Ну а 9 уже примерно в 9 развалили весь дом. Игрушки всякие, круто. Кстати, самое забавное, где-то тут должен был быть стол и под низом какие-то штаны. Это не мои штаны. Может, постирать еще можно ходить. Может быть, мои даже. Фух, сложно все это. Очень сложно, очень страшно и неприятно. И неприятно.
елочные игрушки. О, сколько елочных игрушек. Нашел нужную вещь. Какую? Альбом твоей мамы. Круто. А если найдешь мамину игрушку, такая она, понял, тряпичная, я тебя вообще рассылаю. Ну, бля, я всегда хотя понимал, какая она, что это? Ну, тряпичная кукла такая, понял? Обезьяна? Ну, какая-то девочка. А. Тряпичная. Раритет. О, и там что, скажи, что там написано? Стерео. Sony. Не Sony? Нет. Нет? Не написано. Чу? Стерео. Ну, слава богу. И краски. Масляные? Да. Это не масляные. А? Это не масляные. О, мой танк-трансформер. Вау. Танк-трансформер. Круто. Тумски. Боже мой! Я думал, что их потерял 1 миллион лет назад. Это тряпичные метеоры. Их подарил мне Деменза с Франции. Ебать, нашли. Так прикинь. Вот это да. Вот это поворот. Вот это да. Тряпичная кукла. Тряпичная такая. Тряпичная. Может быть там где-то. Лазер, смотри аккуратно, Юрюшечек, дорогой ты мой. А то у нас потом откапывать будет долго. Я такого стараюсь ничего не шевелить, чтобы могли подкапывать. Зачем вот тебе? Я надеюсь. Так, это шапка. Учебники по истории, блядь. Не учебник, я иду. Правильно. Что здесь? Это лучше приходить днем, конечно. Тогда больше света. А что тут, в этой? Вот тут, смотри, тут, да. Там пусто? Просто чехол и будешь там иметь ничего. Там, по-моему, очки какие-то были. Ну, возможно, были. Куда там? Свисток утиный. О, консервация. Консервация? Да. Я там на балконе банок целых осталось, ебануться бы. Типа на балконе. А у меня как раз там, где я сейчас живу, я отвертка. Ну вот, на. Жесть просто. Бери. Это жесть. Значки. Октября-то, блядь. Постоянно не октября. Да. Причем, что потолок провальный, там куча плит под нами. А что это за курточка? Не знаю. Это моя летняя. О, сколько пуговиц. Это мамина пальто, наверное, да? Наверное. Тихо. Ты что, смотри, там у меня что-то нет. Не за это, не за то. Ну, твари тут хорошо полазили. Более чем. То вроде бы можно постирать, не? О. Вот это, да? Да ну, да. Попробуй. Так, ну да или нет? Ну, постирать все можно. Какое оно будет на итоге, это уже потом узнаем. Угу. Эх.
Да. Мама. Мама, вот твоя купа. Вот это жесть. Я дорылся наконец-то до нее. Ты вообще волшебник. Забирай, забирай. Может, хоть рыбу научил, я не знаю. Пойдем покурим, я что-то подустал немного, надо чуть эмоционально перевернуть. Давай. GoPro стоп видео.